На стендах в Большом читальном зале история всей денежной системы России с эпохи позднего Средневековья до наших дней. В простой и понятной форме с помощью лаконичного текста и иллюстраций раскрываются секреты их производства, описываются способы подсчета, а также защиты от мошенников. Кроме Центробанка, активное участие в создании экспозиции приняли и специалисты научной библиотеки. В фондах нашей библиотеки также есть книги по теме монет, истории монет. Помимо этого, также есть и детские книги, что подрастающему поколению будет очень полезно изучить. То есть обязательно приходите в нашу библиотеку, знакомьтесь с выставкой, знакомьтесь с нашим фондом. Специально подготовили сотрудники читального зала и отдела литературы по искусству выставку книжную к выставке Центрального банка. Денежная система во всем мире существовала задолго до появления банков, но со временем потребовалось создание учреждений, отвечающих за укрепление, развитие и регулирование денежного обращения. В России эти функции начал выполнять Государственный банк, сейчас известный как Центральный. В прошлом году он отметил свое 160-летие. Познакомиться с историей его работы можно в Новгородской областной научной библиотеке. Выставка будет работать до 30 ноября.